В субботу у нас пришло очень много новинок демисезонной коллекции. Сегодня мы покажем для мальчишек коллекцию Attention. Это сочетание нескольких оттенков. Минус 5, плюс 10 температурный режим комбинезонов. Это мембрана 5000 на 5000 с тефлоновым покрытием. В качестве манжета на рукавах резиночка, так же как и на брючинах. Широкая ветрозащитная планка, молния до животика, внутри флисовый подклад. Сочетание с гладкой тканью, гладкая ткань на рукавах и на ножках. И, конечно же, лямки. Еще раз повторюсь, лямки — это очень удобная вещь, когда вы заходите в более теплое помещение, с ребенка снимаете верхнюю часть. Это тем самым регулировка температурного режима. Капюшон с хорошими ветрозащитными свойствами от бокового ветра. Утяжки с двух сторон. И сама модель смотрится не широкой, аккуратной, благодаря резиночке по талии. Специально здесь выбрана ткань однотонная на попке и на ножках для износостойких, с точки зрения износостойких свойств, все отражающие элементы. Это оттенок желтый.